Hey guys, с вами Шимики, и мы продолжим проходить игру под названием The Room. И это у нас, кажется, уже финалка. Осталась одна записка. Так, ну это сама... Алло. Ладно. Поехали. Все, а, не, стоять. Деталь. Медная ручка. 15 августа, что-то не так. Я следовал формуле с точностью до буквы. Астероид не появился. Астероид. А то это, взяв ниоткуда. Одни вопросы. Видения усилились, но они подбираются ко мне. И я могу надолго остановиться в одном месте. Я стараюсь следить за ними, но линзы доставляют боль глазам. Я смешал от нее раствор для тех, кто последует за мной и найдет этот дневник. Я не в силах описать все это. Человеческое понимание нет способа объяснить это. Дом теперь намного больше. Здесь везде комнаты. Окей. И? Но это я не могу доюзать или могу? Нет, не могу. Давайте далее. Ух ты ж, ё-моё. ТП. Так. С этим я разобрался, ведь так? Так. Может, тут что-то есть? А, внутрь засунуть. Тихо. Что? Небольшая щель в самом центре стола. И бью часы. Формы не подходят, окей. Угу. Ну. Алло, камон. Головоломка. Ну, здесь я все, что смог сделать, да? Ну да. Ничего не нажимается. Эти тоже не нажимаются. Вот, последнее, что нажимается. Больше круглое углубление. Большое круглое углубление, но... Куда в ключ всунуть? Вот, алло. Алло, серьезно? А, найс. Я вас понял. Почему бы нет? Открылась какая-то херь. Оу, созвездие. Я что-то должен здесь увидеть? Серьезно? Нифига себе. Ага. Тихо. Опа. Готово. Кинжал. Декоративный сваренный кинжал. Так, это первое. Все, да? Кинжал сейчас всуну сюда. Ничего тут больше нету, да, на нем? Ничего нету. А.
со звездия. Везде они. И в Расти Лейке были. Это сейчас к чему? Ладно, давайте пока что так оставлю. Здесь больше ничего, да, не делается? Или делается? Опа. Ну ладно, так запомню. В виде дорожки. В виде дорожки. Так, 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 да? А, ну. А, снизу начинать. Ну. 2-2-2-2. Ну правильно, в чем проблема? А в чем проблема? А, на кнопочку нажать. Окей. Next головоломка. Ока. Ока и сфера вот эта. Сразу, а запомню, в виде липеньки. Типа тайминг, да, нужно? Окей. Большой золотой амулет. Изи. 7 минут, 8 минут, 9 минут, видосик. Нет, это еще не все. Так вот. Только к чему это? Немножко не понимаю. Я немножко не понимаю. Ладно. Вот так. Следующий. Окей. Последний. Оп. А что должно произойти? А если в обратную покручу? Не врубайся.
Вначале было так. Это два этих. Окей, поедем в обратную сторону. Один. Ё-моё, я понял, что это. Один. Один по бокам. Один посередине. Да ё-моё. Ну, один сверху. Два по бокам. Два посередине, короче. Я понял. Нет, окей. Два по бокам, один посередине. Так. Один посередине. Один вверху, два внизу. Два внизу. Ничего нету. А, окей. Я думал, что везде должно быть. В смысле, нет. Да. Что нет? В смысле, нет. Два внизу. Два внизу. Один наверху. Ну, говорил, что где-то должно быть. Окей. Я немножко затянулся, это головоломка. На один предмет источник энергии, использующий энергию нулевого измерения. Поехали далее. Скорпион. Нифига себе. Даже так? Ух. Сложно. Я понял, что, конечно, здесь... А, нет, стопы. Мне нужно, короче, вниз сюда, чтобы все перешло. Как отсюда выбраться? Алло? И... А. Я опять туплю. Я опять туплю. И потому что они меняются тоже как бы в пространстве. Кнопочка. Бам. Ништяк. И... Нулевое измерение. Нулевой элемент. Или что там у нас? Глава пройдена. Достойные успехи, но вы не... Не думайте, что это доказало свою исключительность. Это еще есть? Серьезно? Вау. В каком уголке Земли я нахожусь?
задается наш главный герой, и мы на этом заканчиваем. Или... Да. Ну что, значит, это все еще не конец, значит, нас ждет еще одна серия. Это пятая, получается, будет. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Да, я надеюсь, даже не надеюсь, думаю просто до последней головоломки. Всем пока.